День России – праздник, который объединяет всех. В Центре социального обслуживания собрались ветераны 1-го, 2-го и 3-го микрорайонов. Для гостей вечера организовали чаепитие и подготовили праздничный концерт. Мы счастливы, что пришли на этот праздник, потому что здесь предполагается и художественная самодеятельность, какие шикарные столы, такая обстановка, прекрасные здания Шверника-11. Нам сюда нравится ходить. В концертной программе звучали песни, стихи, рассказы, были исполнены и цыганские танцы. Каждому гостю вручили открытки, на которых был изображен голубь мира и сердце в цветах триколора в обрамлении ромашек. Открытки подготовили ученики школы номер 14. Организаторами праздника выступили депутат по 27-му округу Нонна Левина и праздничное агентство «Редвуд». Для пожилых людей, потому что ветераны все уже пожилые люди, очень важно встречаться вместе, очень важно общаться, потому что зачастую эти люди уже одинокие, проживающие. Это самое главное для человека – общение, взаимодействие, поддержка. В завершении праздника гости хором пели песни и танцевали под знакомые им композиции. Ирина Вышгородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.